Маленький пингвин Гумбольдта оказался центральной фигурой полицейской операции. Ее провели в перуанском регионе Анкаш. Местные автомобилисты заметили бегающую по дороге птицу, казавшуюся дезориентированной, и вызвали правоохранителей. В спасательной операции пришлось участвовать сразу нескольким полицейским. Напуганный пингвин отчаянно пытался убежать от своих спасателей, бесстрашно защищался крыльями и даже пускал в ход клюв. После долгих усилий стражи порядка наконец смогли его поймать. Пингвины Гумбольдта обитают на каменистых берегах на западе Перу и Чили, но как он попал в северный город, неизвестно. Мы увидели его бегающим в свете автомобильных фар. Откуда он пришел сюда, мы не видели, потому что приехали недавно. Автомобили сигналили, и мы поняли, что это пингвин. Мы вызвали органы безопасности, чтобы они его поймали. Местные жители рассказали, что пингвина укусила собака и чуть не задавила машина. Теперь злоключения закончились. Полицейские привезли измучившуюся птицу в участок и накормили рыбой. Вскоре пингвина отправят в привычную для него среду обитания.